Детские игры вблизи проезжей части привели первоклассника на больничную койку. Сыктывкарские полицейские устанавливают обстоятельства дорожного инцидента, который произошел днем в Эжинском районе столицы. Водитель «Жигулей» сбил на улице ребенка. ВАЗ-2105 двигался по улице Мира в направлении улицы Комарова. Напротив дома 20/1 по улице Мира совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода. Первоклассник неожиданно выбежал на проезжую часть справа-налево по ходу движения автомашины, вне пешеходного перехода. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал пешеход, мальчик 7 лет. Пострадавшего с сотрясением головного мозга, переломом ноги и ссадинами госпитализировали в детскую республиканскую больницу. По утверждению водителя, он сразу обратил внимание на трех школьников, которые баловались вблизи проезжей части. Молодой человек даже сбросил скорость и прижался ближе к встречной полосе. Однако это не помогло ему избежать столкновения. По факту ДТП идет проверка.